Стас, Стас, надо ехать в прокуратуру. Ты меня слышишь? Слышу, поехали. Вы Скрябин? Я. Я дежурный следователь городской прокуратуры. Мне необходимо вас допросить о том, что здесь произошло. Машина взорвалась. Пойдем. А это еще кто? А это Кустов, зам винограда. Я сейчас. Поедешь в городскую, они тебя проводят. На всякий случай. Соловьев был одним из лучших оперов. А как же Шилов? А Шилов лучший. Что-то не похоже. Да? Ну тогда поймайте его. Честных ментов не убивают. Их сажают. Это дешевле. Так он вроде был милиционер. Ну да. Он в тюрьме жуликов охраняет. Ну надо же, своих побил. Он бандитам бежать помогал. За 100 000. Ага. Ребятки приехали его Иуду хватать, а он вышел через потайной ход на лестницу и всех их в спину убил. Все материалы на этого Егорова к 10 часам утра. Родственники, друзья, бабы. Все, понял? Понял. А это отец того, который через окно прыгнул. Господи, бедные. Наоборот, повезло. Парнишка один живой остался. Его сразу неотложка увезла. Господи, хоть бы этого изверга расстреляли. Полковник Арнаутов, УБОП. О, это опять вы? К вам привезли моего сына. Арнаутов Павел с огнестрельными. Арнаутов? Да там не только огнестрельные. Перелом бедра, запястья, вывих плеча, сотрясение мозга, сильные ушибы. Порезы можно считать мелочью. Какие еще порезы? Так ведь он, как я понял, через окно сиганул. С огнестрельными как? Одна пуля застряла в лопатке, две на вылет. Серьезные органы не задеты. Его надо перевести в военно-медицинскую по профилю. Поздно, уважаемый, операция уже идет. Да вы не волнуйтесь, хирург опытный. Где я могу подождать? Смысла нет, это часов на 5-6. Займитесь своими делами, меньше нервничать будете. Есть чем заняться? Есть. Ох, есть, доктор. Садитесь, Станислав Александрович. Излишняя предосторожность. Хватило бы и роты ОМОНа. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Мне нужно допросить вас по ряду уголовных дел, находящихся у меня в производстве. Это дела по убийству Дробышева, сегодняшний взрыв машины и гибель Соловьева, а также по фактам избиения Селиванова и фабрикации материалов уголовного дела в отношении Чибисова. А что, последний факт уже установлен? Мы работаем над этим. Да, трудная работа. Но я уверен, вы справитесь. Не отвечайте на телефон, отключите его. Да. Да, доктор. Спасибо, я обязательно заеду.
Я прошу вас отключить телефон во время допроса. Если моя мама умрет, я имею право узнать об этом первым. Я могла бы перенести допрос. Делайте свое дело. Да. Вы уже здесь? Санкции на обыск квартиры Соловьева в канцелярии. Да, хорошо. Если нет ключей, ломайте в присутствии представителей ЖЭКа. Да, хорошо. Да, все, все. Что случилось? Да что-то тошнит. Наверное, слегка контузило при взрыве. Можно я выйду? Пожалуйста. Может быть, врача? Нет, не надо. Пожалуйста. Уходи быстро. Минут через пять у тебя будут убоповцы. Серегу убили. Уходи. Понял. Ну что, все в порядке? Да, спасибо. Да. А где этот дом отдыха? Так узнай! Мать твою! Фото Егорова сделали? А Шилова? Двое их было. Двое! Надо внимательнее слушать соседей. Ты быстрее можешь? Где Соловьев взял ключи от машины Шилова? У него были, и доверенность была. Это Шилов попросил отогнать машину? Да. Почему он сам этого не сделал? Не смог, наверное. Я поприсутствую, ты не против? Коля! Все нормально, Таня. Мне просто надо понять кое-что, чтобы задачу людям поставить. Ты в больнице был? Как Паша? Все нормально. Оперирует. Ну так что тут? Машину попросил отогнать Шилов. Ну это понятно. Не зря же он ее минировал. Что вы несете? А, ну ты, наверное, не в курсе. Твой дружок Шилов решил почистить за собой и тебя с Соловьевым в первую очередь. Сильно головой ударились. А не хочешь со мной в морг прокатиться, посмотреть на моих ребят? Не понял. Егорова знаешь? Говори, ну! Опер из 4-го изолятора знаю. Какие у них отношения с Шиловым? Интимные, блин! Какие у оперов могут быть отношения? Оперские. Наружка засекла Егорова с бабой Шилова, а когда мои ребята поехали к нему, их положили в два ствола. Соседка видела через глазок убийц. По описаниям Егоров и Шилов. Бред. А мой сын с пулевыми, это тоже бред. Если он умрет, я тебя на куски порву. Говори, где Шилов, тварь. Слушай, полковник. У меня сегодня тоже друг погиб. И мать в реанимации. Ты не бери меня на глотку, ладно? А то ведь опять стволами махать начнем. В прокуратуре некрасиво. Его что, не разоружили? А на каком основании? Потом это ваши милицейские дела. Выписывай задержание. Коля, сядь. Или я тебя выгоню с допроса. Станислав Александрович. Ситуация сложная, давайте спокойно разберемся. Я понимаю, вы с Шиловым дружили, но факты. Шилов, видимо, засек слежку, бросил машину, скрылся. Но машина все время находилась под наблюдением. Потом Шилов попросил забрать машину. В нее сел Соловьев и взорвался. Вопрос. Кто и когда подложил взрывное устройство? Сотрудники службы наружного наблюдения утверждают, что машина все время была под их контролем. Значит, бомбу мог оставить только Шилов. Логично? А что он так Шилов дался? Его что, заказали?
Кто? Вы меня плохо слушали? Момент. Да. Да, Свет. Записку нашел. Понимаю. Я тоже устал. Положи телефон. Ты на допросе. Свет, я все это слышал. Сейчас ты чего от меня хочешь? Станислав Александрович, мы вам не мешаем. Свет, извини, я занят. Созвонимся попозже. Спасибо, продолжаем. Да. Да, я. Без изменений. Ну, Коля, Коля! Операция, хорошо. Ну, Коля, перестань! Сколько? Да прекратите вы! Что он себе позволяет, щенок? Нет, таких денег у меня нет. Хорошо, спасибо. Звоните. Если сейчас задерживать не будете, то я пойду. А то что-то голова болит. Ты что делаешь? Что ты от меня хочешь? Задержи его. Шнурки тебе не погладить? У тебя на него ничего нет, кроме эмоций. Задержи хотя бы на двое суток. Да, отвечать ты будешь. Я тут Скрябина встретил. Вы его что, отпустили? А вы для начала кто будете? Кустов Лев Павлович, заместитель начальника УСБ. Представляться надо. У него мать в реанимации, он неадекватен. Неадекватен? Это не помешало ему адекватно предупредить Шилова. То есть? Полчаса назад с его мобильного был сделан звонок на квартиру Соловьева. Трубку взял Шилов. Скрябин предупредил его, что на квартиру едут с обыском. Естественно, мои ребята никого не застали. Полчаса назад он был здесь. Значит, позвонил у вас из-под носа. Ну, ясно тебе, курица. Может быть, хоть вы мне объясните, что происходит? Я бы сам хотел знать. Ребят жалко, глупо погибли. Стреляли в упор, значит, подпустили. Значит, вправду свои были. Засада в доме покойника – плохая примета. Какая засада? Никто не придет. Он просто с женой полаялся, домой не хочет. А там жратва в холодильнике. Не пропадай же. Правда про тебя говорят, что ты псих. Где кот? Я тебя спрашиваю, где кот? Откуда я знаю, где твой кот? Дверь на лестницу держали открытой? Ну, конечно, ходили люди туда-сюда. Рыжий. 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 Ух ты, падла. Лохматый рыжий. Молодец. Молодец. Где его колбаса? Где его колбаса? Убью, сука.
Проснитесь, 9 часов. Что? Уже 9, вы просили разбудить. А, спасибо. Как она? К сожалению, без улучшений. Да и вам не мешало бы отдохнуть. Ничего, на том свете все отдохнем. Доброе утро. Извини, хотел сказать привет. Дай, пожалуйста, бритву. А у него дети есть? Да нет, жена была. Развелись. А родители? Да нет у него никого. Рыжий Стас, да я. Я же его. Ну ладно. Дальше что делать будем? Искать этого урода, кто все заварил. Слушай, я вчера ночью мыслишки гонял. Я понял. Ты знаешь, я, кажется, этого фельдмаршала видел. А это не тот убобовец, который к тебе в СИЗО приходил? Нет. Арнаутов? Кажется, нет. Кажется или нет? Я был тогда не в себе, но я не помню. По-моему, нет. Объект принял. Движется пешком. Опять звонить, что ли? Пошли кого-нибудь послушать. Отбой. Просто кушать захотел. Нам бы тоже не помешало. Мне, пожалуйста, бутылку красного сухого. 105 рублей. Нет, пожалуйста. Не оборачивайтесь. Вы нашли Романа? Большую банку пива. Нет. Чипсы, большие. Почему я вам должна верить? Не почему. Я буду ждать его на Ладожской с 6 до 7. В течение 3 дней. У меня есть то, что ему нужно. Что вам? Кофе, пожалуйста. Все спокойно. Возвращаемся домой. Понял. Стас, отдел должен работать. Будешь исполнять обязанности. Зачем? Всего этого можно было избежать. Все же понимают, кто хотел убрать Шилова. Прокуратура считает, что это он сам убил Сергея. Бред! И вы это знаете. Это Арнаутов. Не смог посадить, решил так закрыть вопрос. Это он стоит за Чибисом. Наш честный, бедный, неподкупный трудяга. Стас, ты веришь Шилову, я верю Шилову. Но пока ты здесь сидишь и треплешься, эту веру можно засунуть сам знаешь куда. Найди мне доказательства его невиновности. Сможешь? Предположим. А откуда мне знать, что не вы стоите за Арнаутовым? Да, Скрябин, крыша у тебя поехала окончательно. Давай, приходи в себя. Из Москвы едет комиссия разгребать все это дерьмо. Да, кстати, дело Чибисова передали Кожуриной. Она требует на допрос Краснова. Грозится отменить ему подписку. Пусть сначала найдет. Почему дополнительного плана нет? Да напишу я. А где свежие проверки по учетам? Ну, сделаю. Ну, сделаю. Вот сделаешь и пойдешь в отпуск. Свободен. Шилов не звонил? Не звонил. Как бы нам с ним не влипнуть? Занимайся своим делом. Алло, Иваныч? О, здорово. Легок на помине. Мы только что с Петрухой о тебе говорили. Ты как? Лучше, чем Серега. Слушай, Иваныч, у меня человечек появился, который видел фельдмаршала. Правда, сбоку, но обещает узнать. Да, Краснов. У Чибиса сходка была срочная, и он его видел издалека. У морского вокзала. Он был на черном Пассате. Слушай, добудь мне фотку Виноградова. И Арнаутова заодно. Да, и по машине узнай.
Ты понимаешь, во что ты меня втягиваешь? Понимаю. Если что, я не в обиде. Ну ладно, ладно, сделаю. Только сюда больше не звони. Хорошо, тогда связь через Стаса. Удачи. Все, удачи. Пока. А это за что тебе дали? За дело. Трудное? Тогда казалось, что да, воду из тазика выли, утонем. Станислав Александрович, это единственный вариант. Мне неоткуда взять такие деньги, даже если квартиру продать. Тогда это в лучшем случае. Вопрос несколько месяцев. А в худшем? В худшем? Дней. Вы же на ответственном работе. Неужели ваши организации никак не могут помочь вам? Поддержат вас? Может, и очень поддерживает. Всего доброго, мне надо подумать. До свидания. Ну что, загрузил? А то. Поверил? Без вопросов. Вы беспринципный человек, Азерий. Заходите еще. Вам можно присесть? Ты знаешь, я, наверное, по-моему, есть свободные столики. Вы меня не узнали, Станислав Александрович? Я раньше работал в следственном управлении. Ага. А потом защищали Лешу Большого по убийству в казино. Правильно. У меня к вам разговор. Приходите в управление, мне сейчас некогда. Ну, я по личному вопросу. Это ваша проблема. Вы не поняли. Я по вашему личному вопросу. Как здоровье вашей матушки? Не понял. Вот. И я о том же. Я просто узнал, что у вас есть проблема, случайно. И готов помочь вам ее решить. Ну, подожди, ну не надо мне сейчас это говорить. Я понял. Вы Санта-Клаус? Ну, почти. Люди, которых я представляю, весьма финансово обеспечены и готовы оплатить операцию вашей мамы. А что взамен? Списки милицейской агентуры? Ну, зачем так? Просто адрес квартиры, на которой скрывается некто Михаил Краснов. Скажите, я похож на убийцу? Вы похожи на человека, у которого умирает мать. И потом, кто говорит про убийство? С мальчиком просто поговорят об отказе от ранее данных показаний. А потом он повесится, оставив соответствующее заявление. Послушайте, Лукошкин. Да? Пока я не сломал вам пару костей, идите по добру, по здорову. Жаль. А я думал, вы маму любите больше, чем работу. Вот, это на случай, если передумаете. Лукошкин, я теряю терпение. До свидания.
сильно хуже. Спасибо, Азарий Гурамович, я что-нибудь придумаю. Да. Телефон есть? Ну, есть. А тебе-то что? Где? Ой. Пожалуйста. Спасибо. Рома, это я. Не могу оторваться. Боюсь на виду. Извини. Может, налить что? Водки. Сколько? Бутылку. Привет, котенок, это я. Ну, как ты там? Ладно, ладно, я стараюсь, стараюсь, миленькая, стараюсь. Дрянь всякую не кали себе только, ладно? Хорошо бы чистого. Денег? Денег тебе привезут. Может, ты пока в клинику ляжешь? Сходи к доктору, ну ты помнишь, тот очкарик. Ладно, ладно, я стараюсь, стараюсь. Все, целую. Фельдмаршал, ты что думаешь, я с тобой шутки шучу? У тебя неделя срока. Или парашу будешь вместе со мной нюхать? У тебя кнопок много, нажимай на какие хочешь, но чтоб через неделю я дышал свежим воздухом. Все. Все, я сказал. Евгенийч, а не пора Карташову в разработку брать? Это зачем? Есть информация, что он с Шиловскими повязан. А он волчара битый, под нас копать начнет. Коля, остановись. А ты знаешь, что он бабу Шиловскую у меня с допроса увел? Натурально, крыши сработал. Ну и что? То. А если он и есть настоящий Шиловский босс? Тебе пора детективу писать. Попробуй. Кстати, менты сейчас неплохо этим зарабатывают. Да неужели ты не видишь, что я всегда прав? Я вижу. Только факты. Возьми под колпак Карташова и увидишь то, что надо. Он тебя прямиком к Шилову приведет. Ну, чего ты волнуешься? Мы телевидение подключили. Народ будет знать своих героев в лицо, никуда не денутся. А теперь криминальные новости. Управлением внутренних дел разыскиваются лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений. Шилов Роман Георгиевич, 1969 года рождения, рост выше среднего, глаза карие, волосы темные. Егоров Виктор Петрович, 1965 года рождения. Рост средний, глаза серые, волосы русые. Всех, кто знает о местонахождении этих лиц, просим сообщить по телефону доверия ГУВД или 02. А ты ничего, начальник, фотогеничный. А чем меня не показали? Покажут, как первый раз по повестке в суд не явишься. Господи. Главное, чтоб Юлька этого не видела. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня помните? Да. Меня эти понятой приглашали. Да, я помню, только Рома нет. Господи, да на вас лица нет, девочка. Вы тоже телевизор смотрели? Угу. Я вот что вам скажу. Извините, не знаю вашего имени. Юля. Юлечка, не верьте ни одному слову. Я Ромочку с детства знаю. Он всегда во дворе всех слабых защищал. Врут все про него. Почему же тогда по телевизору? Ну, вы же знаете, где он работает. Там же сплошные эти оборотни. Наверняка кому-нибудь из них перешел дорогу. Я не знаю, все как в страшном сне. Ну, конечно. Да пустяки, дело житейское. Зачем я пришла? Вот,
Ромочка у меня оставил газету, когда звонил от меня. Вот, тут какие-то пометки, может быть, даже что-нибудь важное. Спасибо. Ну, держитесь, девочка моя, держитесь. Забегайте на рюмочку чая. Поболтаем с вами. Моя квартира напротив, да? Спасибо большое. Забегайте, до свидания. Всего доброго. Простите, это кто? А это кто? Очень мило. Роман дома? Нет, Рома нету. И на работе нет, и мобильный не отвечает. Вы кто, его подружка? Ну, можно сказать и так. Девушка, я его мама, и я волнуюсь. С ним все в порядке? Да, с ним все хорошо. Он просто уехал ненадолго в командировку. Скоро должен вернуться. В прошлый раз мне тоже сказали, что он в командировке, а он лежал в госпитале. Да нет, вы не переживайте, с ним правда все хорошо. Он жив и здоров. Он не звонил вчера. Я его голоса полгода не слышала. Пусть звонит нам в Найроби в любое время, днем или ночью. Я передам обязательно. Спасибо. А как вас зовут? Юля. Спасибо, Юля. Меня зовут Наталья Петровна. Очень приятно. Я рада, что Ромка не один. Теперь мне будет поспокойнее. Вчера видела еще сон плохой, тут жара такая. Ну ладно, больше не буду вас отвлекать, Юлечка. Спасибо, всего доброго. До свидания. Где ж тебя искать, Шилов? Привет. Привет. Слава богу, Фомина рвет и мечет. Ты эскизы принесла? Слушай, я все принесла, все здесь. Покажи, пожалуйста, девчонку, пускай пока подумают про ткани и фурнитуру. Я сейчас позвоню и приду. Извините, пожалуйста, я по объявлению. А скажите, вы случайно не даете уроки игры на бильярде? Ну, хоть нос у него какой формы? Большой, маленький. Я что, тебе художник, что ли? Я тебе сказал, мельком видел. Мельком. Покажи мне его, узнаю. А писать не смогу. Вы случайно не даете уроки игры на бильярде? На бильярде? Баба какая-то. Алло. Алло. Привет, это я. Ты как нашла телефон? Соседка принесла твою газету. Вот так и проваливаются явки. Слушай, ты откуда звонишь? С работы. Я же знаю, что из дома нельзя. Ой, прости, да, досталось тебе. Переживу. Тебе мама звонила. Солнышко мое, ты только для этого меня разыскала? Да нет, неплохо было бы услышать у тебя объяснение. У меня уже голова кругом идет. При встрече. Надеюсь, до этого тебя не убьют. Слушай, еще тебя разыскивал какой-то Егоров. Он просил передать... Стоп! Вот это точно при встрече. Ты на машине? Да. На твоей работе есть запасной выход? Есть, во двор. Так, слушай, машину не трогай. Выходи во двор. Есть что-нибудь сверху надеть другое? Возьму плащ подруги. Молодец. Отойдешь на пару кварталов, поймаешь машину, встречаемся там, где мы с тобой первый раз увиделись. Самый первый раз. Поняла? В общем, я сразу поняла, что с тобой не соскучишься. Если повезет, еще поскучаем. Ты только хвоста не привели. Есть, товарищ майор. Спасибо. Подождите здесь. Привет.
Егоров! Фу, напугал. Откуда догадался, что я здесь? Здорово. Здорово. Ну а что, хорошее место? А где хорошо, там может быть что? Засада. Ну, опыт не пропьешь. Ну так нам бояться нечего. Ну что, пойдем на хазу, перетрем дела наши скорбные. А то будем здесь торчать, в раз уголовка нагрянет. Ну блин, дожили. Мы хоть дожили. Не понял. Ладно, пойдем объясню. Пойдем. Пусть ему земля будет пухом. Надо успеть до похорон. Куда успеть? Узнать все. Не могу же не попрощаться с Серегой. Оптимист. Реалист. Фельдмаршалу тоже нужны пленки, но у него преимущество. Он не в розыске. Поэтому время ограничено. Я правильно понимаю, у Чибиса есть записи его разговоров с этим ментом. Угу. Подумай, где они могут быть. Тысячи мест. Я ведь не постоянно с ним был. Да и вообще, вряд ли кто-нибудь это знает. Но один человек знает точно. Кто? Чибис. У него и спросим. Ты собираешься проникнуть в тюрьму? Хочу помочь ему бежать. Он нас сам приведет. Нет, ну я слышал, что ты страдаешь сильными психическими отклонениями. Ну, вообще-то, я тоже считаюсь сумасшедшим. Попробуем. Я тоже с вами. Ты-то куда свою башку суешь? Нет, если вас поймают, меня точно посадят. За укрывательство преступников. Ну чё, по пивку? Ставишь? А чё я-то? Интересно, а кто из нас в отпуск собрался? Дай прикурить. Да меня же шеф все равно не отпускает. Угу. Ты же не проставился, вот и не отпускает. Мужики! Шалман три поросенка, знаете? Ну это Рогалов. Там Стас Скрябин завис, с катушек слетел. Надо выручать парня. А то арнаутовские его подберут. А-а-а. Давайте, шевелитесь. Заодно и проставишься. Да ну тебе. Наш? Наш. Ну что, домой его теперь? Нет, мы его здесь оставим. Проверь ксиву и ствол. Я пока заплачу. Все нормально. Ну хорошо. А то я в 79-м точно так же ксиву потерял. Сколько он должен? 120. Угу. Мне потом целый год кишки мотали. Ну, пошли. Пошли. Давай, братишка, вставай. Давай. Давай. Ой, да. Русские своих на войне не бросают. Рядом. Здорово, Юрка. Привет. Долго ждал? Да нет, я же знаю, когда ты с Лолой гуляешь. Сколько пива здесь выпито? Как сам? Жив. Серегу вместо себя? Да. Слушай, мне нужно вытащить Чибиса. У него есть неопровержимые доказательства моей невиновности. Вытащи его на какое-нибудь следственное действие, я тебе обещаю, никто из людей не пострадает. Меня отстранили от дела, она у Кожуриной. Тогда это другой вопрос. Подожди, подожди. В изоляторе он числится еще за мной. Я могу дать ребятам из твоего отдела постановление на этапирование его в прокуратуру. Сам подставишься по полной. Ну, скажу, что выписал, отдал бумагу, когда еще вел дело. А твои ребята, ничего не зная, исполнили. Не поверят. Конечно, не поверят. Пусть докажут. Ты ж не Чибис. Для тебя доказательства не нужны. Ну, тогда забей для меня местечко в вашем лугове. Спасибо. Прокуратура тоже имеет право. На своих оборотней. Спасибо, спасибо, Юрка. Да, не за что. Мы слишком долго считали себя крутыми, пришло время это доказать. Завтра здесь же. Договорились. Алло? Да, милый, бегу. Вон Лола заигралась. Целую. Я Чибиса. Он просил меня тебе помочь.
Ты ж хочешь его увидеть? Да. Мне бы добавить бы... Без проблем. Только чуть позже. Вон окно его камеры. Сверху справа на последнем этаже. Позови его, он выглянет. Коля! Громче кричи. Кричи, Чибис. Коль там много. Чибис! Thank you.